Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Рыжик и Юнити. Всем привет! С нами еще тут какой-то чувак подключился, смотри, какой он крутой. Вот. Чувиха. Мы продолжаем проходить Властелин колец Война на Севере. Правда, мы сейчас в каком-то лесу находимся. Ну да, Война на Севере, прям вот так вот. Вау-вау. А чё тут у меня? Какие чуваки бегут. А чё меня сюда в цветочки пускают? По грибы бегут, чуваки. Чуваки бегут по грибы. На. Вау. Лицом в асфальт. Лицом в асфальт. Нет асфальта. Так. Ой, там что-то есть впереди. Ой, там бегут! Я пошла. Это, короче, ваша работа. Минус 2000. Почти даже 3. Нифига он. Все, у меня патрон течет. Мочи его. Ты жопа. Ха-ха-ха-ха-ха. Все, на тебе, падла. На еще. Ты че встаешь, Вася, блин? Мне опыт за тебя дали, что ты сдох. На нахер. Ушатал. Так, и че тут? Собирать. Тут ничего, надо дальше идти. Вперед, отряд! В атаку! Дети мои. Ой-ё, я то не пойду. Блин, нет пули. А, вот есть. Знаете, минус 2000. Иди этого хрена мочи. Хотя его сейчас и так замочит. Опс. Да давай уже, ну. Блин, ну ты ему по броне попадаешь. Иди сюда, чё стоишь, смотришь, Вася. Тут мы развлекаемся, он стоит, смотрит. Ну-ка, сдох. Я кимпедриста убил. На, подлёныш. На тебе ещё, блин. Ой, я много оторвала. Кайф. Ой, тут кучка. А, нет, это не кучка. Кучка. Вот кучка. Там какая-то область. Была аж видео. Куда в дом пошел? Не. А, ну здесь вот. Я вроде куда здесь. Я пошла? А, во, у меня тут это нычка. А, это, наверное, мы назад. Это, наверное, назад мы пошли. Подожди, нет у меня следы, где? Где нычка? Не понимаю, ничего. Здесь кучки всякие. Я заблудился. Грибочки. Что-то я не помню, где тогда нычка. А, вот нычка. Еще. Ну тут кучки, смотри, разбросаны. Ну я собираю, да. Тут кучки разбросаны. Сохранение прошло. Ну сейчас этот пошел будет. Вперед. Махач. Ой. Ай! Быстро он спекся. Ой, тут еще кучка. Кучка и цветочки. Так, а мне же там. Да блин, ты можешь, чувак, не мешать.
Не, он по ходу дела. Да ты козел с щитом, блин, я не в тебя стреляю, Вася. Берет, не мешает. Так. Гребаные кемпедристы, а? О, грибочки. О, еще грибочки. Подойдите, дайте я соберу таких. Найди на секретную область. Ты нашел что-то? Ну, это проход, походу. О, а, нет, вот этот. Тут, да, тут сундук. А как сюда пройти? Хе, не знаю. Ну, тот, наверное. А. Так я тут была, а чё я не видела? Блин, а я не видела, прикинь, это. А тут он стену прозрачную сделал. Ого. Боевой молот. О, нычка. Всё, ништяк. Чё, у тебя там тоже нычка? Mm-hmm. Так, куда нам дальше-то? Туда разве? Наверное. Ну тут уже что-то все облазили, по-моему. А вы здесь чё? Не обратно идём-то. По-моему, это у проблемы. Пойдем туда. Ты засори, мы сейчас придем, он уже всех раскидает, стопудово тебе говорю. Нормально. О, стрелы, ништяк. Что тут у нас? Найдено новое здание. О, сундук. Где? Где я? А как ты попал? Вперед идешь и все. А, я просто тут застряла, блин. Почему ты дашь? Лоб мешает, наверное. Ага, горючее вон. Масло для стрел. На, это зажигательный дел. Так. Кто это? Не знаю. Beautiful life. My English very bad. Motherfucking. Так, что это не ломается? Ты идешь, не? Да иду я. Когда вас не двое, вы меня задалбливаете реально. Задалбывайте меня. Реально. Да как где он, этот чувак? Вот он впереди. А, ну пускай сидит пока. Он ждет, когда ты его поцелуешь и освободишь. С какого-то хрена должна его целовать? А, передать тебе. Это тоже. Это же принц. С какого хрена это принц? А как использовать? А хер его знает. Спасибо, что вы меня спасли.
Да. Кто там пропускает, блин? Чего? Тут нажал на кнопку. А, чё, субтитров нету? Хузе. А ты видишь, да? Или только я с ним разговариваю? Ты. У вас нет подходящих ингредиентов. Я один из егерей короля Трандуэль. Драндуретов я. Моего товарища, короче, отправили на разведку. Тогда мы решили... О, друг лесного королевства. Ага. Кто вы такие? Как вы трачитель здесь? Мы ищем Радагаста. Но я опасаюсь, что его постигла какая-то беда. Эльфика, человек и гном ищет мага. За этим наверняка стоит занятная история. Но нам сейчас не до истории. Радагаста, похоже, грозит серьезной опасностью. Моему другу Галлорану тоже. Где же ваш друг? Увы, не знаю. Мы наткнулись на отряд орков, а пока мы сражались с ним, пауки принялись сбрасывать с деревьев свои сети. Я запутался, и орки меня уволокли. Могу лишь надеяться, что мой друг избежал подобной участи. Так что орки и пауки теперь заодно не солит моему народу ничего хорошего. А уж моему другу подам, нужно его найти. Мы вам поможем. Конечно, обязательно. Я ценю ваше предложение, но Радагаста тоже нельзя бросать на произвол судьбы. Я стану искать своего друга, а вы трое отправляетесь на поиски мага. Как только я найду друга, мы постараемся присоединиться к вам. Окей. Удачи вам, Глархирин. Вообще. О, господи. Все, так, что теперь? Обратно, что ли, идти? А, я не знаю, куда идти. Гном показывает дорогу. Обратно, походу. Ничего тут нету. Ты идешь? Да, а куда? А, назад? За нами! О, опять эти идут. Че орете там? Че толкаешь? Хилинг. Так. И чё тут? Хозе. Так, я за ним пойду. Он, походу, знает нички. Хотя мы тут, по-моему, были уже, все облазили. Мы так, по-моему, обратно идем. Ты смотри, смотри, как бегает. Вообще как в жопу ужаленный. Да, как он с такими короткими ногами там быстро бегает? Ну вот. Спроси у него. Так. Перейди. Па-пара-па-пара-па-пара-па-па. Ты что за херня? Ушки, блин. И что за клопы? Мелкие. Твою мать. Ребята, вы чё? Капец. Чего? Мелкие пауки. Слышал, тут паутина. Ай, ё, ты чё? Сопля. Так. Гарам! Хера ничего там, бомбочки кидать тут?
Ой, кучка. Блин. Что тут взять? Чего у нас тут не пауки? Я знаю. Да на бензинстанция работает. Тут кучка. Кучка, кучка. Одно барахло дают, красно. Вот тут тоже кучка. Что-то я не поняла. Так. Тут так много места, куда можно пойти. Ой, мама! Да ё-моё, чё ты мимо постоянно бьёшь, олень? Ой, мне же надо меч менять. Ой, что тут штаны из дола выпали прямо из этого. Из паука. Что там за штаны-то? Ой, у меня тут нифига столько брони повыпадало. Что-то одна хреновня какая-то выпала. Угу. Так, я видел сейчас там проход, где надо собраться, но тут надо посмотреть, что тут есть, нет? Да, тут пауки есть. Ах-вах-вах. Горите, сучки, у меня меч новый. О, сундучок. Ура, что сундучков мало стало, нет? Да. Мне кажется. Так. Мне кажется. Штаны нашла. Тоже не ахти. Старый. Ритуза? Да. Ритуза. Okay. Ой. Это тут тихо. Почему здесь? Я какие-то гвозди, прикинь, нашла, их выкинула нафиг. Нафига? Зачем они мне? Подошел пробить. These webs are arranged for defense. We are nearing the spider's web. К паучьему логову приближаемся. Я вообще очень рада, конечно, да. А я думал, уже. Блин, что-то со связью плохо, ты как робот иногда разговариваешь. Чё тут в паучьем логове? Может, отходит чё? Да это программа. Она часто так у меня бывает. Я без программы. Нет, я имею в виду это... О, много стоит. Этот, Дискорд. А. Есть пусто колдунья, урон 120-200. Пипец, у тебя все заикается. Блин, что делать? Не знаю. Ничего не делать. Я кольцо продала, то, которое носила.
Прием. Ага. Че, сработало? Ага. Надо было в настройки зайти. Прикинь. Так, а починить, по-моему, нельзя у этой, да, тетки? Не-а. Что продать? Тут. А, купить, что купить-то? Что у тебя есть-то? Так. Так, что там? Так, что у нее есть? Ну, тут ничего особо хорошего-то и нету, в принципе. Так, колечко, которое. Гном все стырил, наверное, уже. Это я куплю. О. Гном все стырил. А... Что это? А это что у вас? Так, я все купила. Стюняли, бля. Сейчас. Так. Чтобы продать что-нибудь не нужно, надо сначала купить что-нибудь не нужно, а потом продавать. Потом продать не нужно. Так. Подождите. Что у нас тут? Я меч какой-то взял. Так, воля. Зелье мне подкинул этот чувак. Так. Что бы мне захерачить? Так. Требуется парное оружие. Так. А где... Так, увеличить урон на себе. Так. Так. Что я там купил-то? Перчатки. ЛББ, блин. Сейчас не из моих там? А, нет. ЛББ. Погнали. КГБ. А вообще-то, помнишь, чувак-то добавлялся в друзья? Нет, когда. А, вот список друзей. Что-то у меня столько из этих. Так, подожди. Надо перчатки немножко продать. Не. Это не из моих. Погнали. Окей. Все, готов идти? То, да. Что мы уже пошли. Я бегу. Так, Дискорд отстой получается. Не, поступит иногда. Что-то часто он тупит. Красный, зеленый, синий. Нормальные мы такие, да? Хорошо, что у тебя не синяя броня, я бы ржала. Точнее, она мне не синяя, а голубая. Я чё с нашим стариком? Гномом, точнее. Это кто? Ой. А чё, правда, с нашим гномом? Он же рыжий вроде был, нет? Не пол, кто разговаривает? Паук? А, он внешность просто поменял. Ё, все какой этот чувак. Маза. Ну это маг, она его, видишь, это. Чё у меня глаза так трясутся? Вау. Прикольный рисун. Стоять нахуй, мелкий. Ой-ой! Фу, чё у нее там? Какая гадость! Я поняла. Я не буду говорить. Да, я поняла уже. Фильм, помнишь? С зубами это, как она там. С
Ё-моё. На, блин, получай. Эй. Чё на за хрень, я по толстой жопе бью ей пофигу. Нормуль. Победитель царицы мне дали. Я чё, ну-ка разбегайтесь, мы вашу эту замочили. Всё. Ё-моё, иди посмотри на это лицо, оно такое грустное. Вот стоит, оно такое грустное. Он сейчас заплачет. А, я думал, он с пауком разговаривает. Приходит себя. Ё-моё, сколько я бухал-то, ё-моё. Не стоило вчера столько пить. Сейнатра. Это Пендальф или чё? Нет, нет, Пендальф у нас это... Ну, блин, помнишь, где это было? В эльфийском королевстве, короче. Нет. А, это лесной, точно. Я помню, да. У него халат из мешка, что ли, шит? Вот картошки, знаешь? No, Radagast. But you do know me. Ah, юный Белеро, мы рады тебя видеть. Ну, значит, ты с нами. Точнее, с ними. Ну, теперь с нами, да. Не часто приходится видеть, чтобы эльф, гном и человек выступали заодно, тем более в темнолесье, а тут еще орел. Вообще. Могучая кучка. Ну, же какой удивительный день, что и все произошедшее. Да. Я рад, что мы явились вовремя. С вашим делом нам нужна твоя помощь. Да, помогай нам, быстро. Мы ищем дракона Ургаста, который живет в Серых Горах. Но у нас нет времени на долгие поиски. Ну-ка, сколдуй что-нибудь. Нам сказали, что вы можете помочь его найти. Самки дракон с оленями. Ох, хотите отыскать дракона? Ух ты, не сказала бы, что это мудро. А вы нам можете помочь или не можете? Собственно. О чем? Просто так спасали, что ли? Он же дракон, так что я бы сказал в Серых Горах. Это мы уже так знаем. Ну где именно? В Серых Горах. На самом деле, понятия не имею. Ну замечательно вообще. Чем мы тебя обратно повесим? На стороне псу под хвост? Ну погодите, не спешите. Хоть я и не знаю, где именно обитает Ургас, но возможно я смогу это выяснить. Мне понравится мой посох, он на зло куда-то запропастился, но я так и знала. Ваш посох у нас. Я знала, что он вам понадобится, когда мы вас разыщем. Ха-ха! Какая умная. Мы молодцы, конечно. Прямо как лисы, верно? Спасибо большое. Хитрющий, как лисы. Типа. Да, да, да. Видишь, я рыжая. Все правильно. Ура! Мой леденец! Какие друзья? Ты что, друзья? А что друзья тебя не спасали тогда, не пойму. Ух ты, ни хрена. А я тоже так хочу. Ну учи меня, чувак. Чего ты умеешь? Мяу. Ну мяу, но не так, как он. Ого, я повелитель птичек. Вау. А что ты их раньше-то не призвал? Они паучиху бы захреначили, заклевали. Do you have news for me, little one? Он с птицей разговаривает. По-моему, он с ума сошел. Ага.
Чувак, какие грибы ешь? Поделись, да? Ну, не такие, как я, походу, дело. Чё-то ты-ка довольная. Они словно... Нормально вообще, да, такое? Well, what did this one have to say? Quite a bit, actually. Here, let me show you. Ого, грибы выращивают, что ли? Ой-ой, что это? Реклама. Агандаур! О, блин! Этот, предводитель БДСМщиков. I will have your price soon enough. Think carefully. Так, ну ладно, шарил не справится с такой херней. С тобой, конечно, я посмотрю на его рожу. Это этот. Кого мы ищем? Ургаст, которого надо нам убить, кстати. Нам надо меч Хладенец, точно. Срочно. Это, походу, Диабло, короче. Это дракон Диабло. But I will leave men behind to await your answer. Consider well. Ну, понятно, почему он злой. Суть по оружию, да? My time and my thoughts are my own to spend. For now. Жесть. Зачем она так слепить? Блин, световая граната, что ли? О, пипец, 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 пипец. Ну так. Что? Собираем кучки. А вот тут что? Туда можно пойти? Ну что? Так, а вот тут этот. Все собрал? Ой. Да, вроде. Ты вон с этим стрелочником еще поговори, и на этом мы за. Все. Я пока кучки пособираю. Ты издеваешься? Нет. Я думаю, вы отправились искать дракона, но с вами все будет в порядке. Don't concern yourself with that. I've lived in Mirkwood for a very long time. I won't be caught off guard again. Что вы будете делать? Perhaps I will visit my friends in the Wood Elf realm. Or I might drop in on a few folks I know among the Bjornings. There's even a very nice family of badgers that might take me in. I will have to give it some. Busков? Your pardon. You said badgers? You're Scottish. Yes, indeed. С чуваком сидим. Oh, what you're thinking. А он стоит. Потом спасли. Ну, с ним. А стоишь ты возле деда? Ну, мы деда спасли. А, вот еще чувак. Ага. А с ним не, он не хочет со мной разговаривать. Ну, значит, все. Ну чё, наверное, лучше здесь и закончим. Нет. Раз самый экшен был. Ой. Как нет? Как нет? Потому что еще рано. Да? Да. Вы уверены? Хочу такой доспех красненький. Он красивый. If Orgost was to catch us airborne, he might lay us low with a single blast of dragonfire. It is best you proceed on foot, while we shadow from above. О, чё следует ожидать? Да ладно, и так понятно. Люлей там следует ожидать. Он нас увидит, услышит или унюхает, блин, да. Still, if Agendar's minions are hereabouts, it may be that their presence will mask our own. Then let us delay no longer. Onward, as swiftly as we may. У нас чувак вышел, да? Да.
Да. А что это он вышел-то? Наигрался. Наигрался? Да. А все, что ли, тут больше нет ничего? Let us hope dragons are less formidable than legend makes them. Что-то мне кажется, сейчас там что-то будет. Наверное. Как обычно. Кто это, блин? О-оу. Это не очень хорошо. Ой-ой. Да ты чё охренел, блин? Ты смотри вообще. На, блин, козел. Встает. Встает. На, еще тебе. Мне все равно встает, смотри. А где тот второй? Ты его замочил уже, что ли? Умри. Да уйди ты, ёптая мать. Офигеть, пейзажи, блин. Офигеть. Прикольно. Красиво. Ой-ой-ой-ой. Мои кучки воровать. Ну, еще толпа. Сохранялочка прошла. Ты идите нахрен. Ты, блядь, чё? Ай, блин, да кто у меня лупасит? Не маг. Да их два там. Бедного деда замочил. Да падай ты. Блин, да меня сейчас тоже твою мать. Ой, а на кого я там призвал? Не знаю. О, мне лагает. Серьезно? Ну-ка иди сюда, старый хрыщ. На тебе. Получил. Потерял ногу. Потерял ногу. Ой, тут кучки. Кучки, башмаки. Какие-то. Фига ты там что-то нашел. Так. Блин, с чем бы это? Восстанавливающий пирожок. Восстанавливающий пирожок. Не хочу я пирожки ваши. Но... Мне что-нибудь посусественное. Все ты хочешь. Ты про пирожок? Угу. Ты идешь? Да, сейчас я... Ой. Быстренько гляну, что там за башмачки. Херня. Все, иду. В контрольной точке, ну, как раз можно будет и это. Что? Сохранялка будет? Где сохранение? Только что был. Вот, да. Сохранение. Вот, блин, ну тут хрен закончишь. Их тут много, блин. Да ёптай, ну. Ёлки-палки, а. Хорош, блин, так красиво. Да ё-моё, ну ты смотри, что они делают. Они вообще мне не дают ничего.
Драться вообще не могу. Фига, я скинула одного плита. Нормуль. Теперь надо вот этого козла. Это мне один козел. Так. Хуясь. Это мне тоже. У меня последняя птица была, походу. Я говорю, нахрен ты пользуешься. Врач. Эй. Ой. Ах ты падла. Ни хрена он мне, блин, вхреначе. Там умирает кто-то. Где он? Просто сейчас если не поднимем, рестарт будет. Мне очень хочется рестарт. Так, тут что есть? Да. Да, тут есть, блин. На подпись. Ой-ой-ой, так. Тут какой-то хрен большой. Зашибись. В смысле? То что хрен большой тут? Ну он в шлеме какой-то, чувак. Да все. Ой, тут что, сундук? Сундук. Сундучок. Что там опять хрень? Останавливающий пирожок, блин. Ты идешь? Да сейчас, у меня тут заполнено все. Так. Блин, да что ж такое-то? Чё я опять взяла? Я его выбрасываю и поднимаю тут же. Блин, потому что выбрасывать надо не здесь. Mm-hmm. А подальше немножко. Я прям выбрасываю рядышком, не могу взять. Молодец. Все. Так. Когда эта музыка заканчивается, гребаный? Эликсир, деньги. Там что, сохранение? Нет. Переход. Блин, зашибись. Ой, сука, сдохни, падла. Так. А что это такое тут? А, ворона. Вот сохранение прошло. Да блин, отвалите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Твою мать, там еще сзади кто-то бежит. Да. О! Молодец.
Блин, там хер какой-то сверху. На тебе в башню. Во. Так. Блин, еще один падал. Я убил его. Вдвоем такие одновременно. Бабахнули. Ой, чуть не упал. А тут что? Ни хрена? Что там? Я, по-моему, не туда пошла. Мне сюда вообще не надо было идти. Я это зря очень сделала. Я упал. Давай, меня бот подбил. Круг давай. Ой, не то сделал. Ой. Ай! Да блин, сука! Меня сейчас убьют. Ой, я ему в башню... О, ни хрена, ему бошку, смотри, схерачила. Ладно. Офигеть. Не ходи туда. А, ну хотя ладно. Блин, а туда что, туда не хочу. Ой, ему тоже голову спилил. Внизу-то я, блин, не сходила, не посмотрела, что там есть. Ёпарный театр. Чё там? Ну и эти лучники самые. Так, одного я сняла. Все. Ща, подожди, не ходи туда вперед пока. Потому что мы в эту башню уже в следующую серию пойдем. Сейчас я тут соберу все. А, так вообще-то, в принципе, я правильно пошла-то. Вот здесь вот просто кучки. И все. Да ты что? Не, я просто думала, что тут еще проход какой-то есть. Вот, может там что-то интересное. Да. Вот. Красивые бусы. Нахрена они мне нужны? Не хочу я их брать. Так. Там что, продавец? Угу. У тебя сохранение проходило, не? Да, да. Когда? Не только что. Ну, ты сама сейчас. Так, это воителя, это что? Так, ну сначала продать надо всякую шнягу. Так, а вот это что такое? Награда? О, награда, кстати, от этого, от эльфа. Вау. И чё тут у меня? А, надо выбрать. Лук гал... Рона, доспехи Галрона, закаленный клинок, еще клинок. Вау. Тебе дать лук хороший? Ну, лук Галрона. Давай. Где он? И где он? Так, что я хотел-то? Должен появиться, в принципе.
Сейчас он появится, я тебе его передам. Сейчас, короче, пока продам, мне нужны шмотки. Дурочный меч героя какой-то у меня тут. Ну, у меня двуручный. Так. Блин, а где лук-то? Он должен появиться, мне говорят, типа, но что-то его нету. Не знаю. Может, ты его не взяла? Я взяла. Или может, он у этого, у бота? Не, ну в прошлый раз мне писали, типа, он должен это... ну, типа, появиться. В инвентаре, типа, у вас. Ну, значит, потом появится. Давай здесь остановимся, а ты потом полазишь. Своих этих. У меня сохранения просто не было, я как бы это... Ну, давай вот это пройдем, и тут, наверное, сохранение будет. Стой, стой, далеко не ходи. Где сохранение? Чуть-чуть. Нету. Значит, надо пойти. Да, ты сейчас опять там будет какая-нибудь драка. Сейчас я посмотрю. Во, сохранение. Ну все, вот здесь останавливаемся. Ну да. Ладно. Ой, я сорян, назад мы не вернемся уже. Нормально. Как обычно. Да. Ладно, спасибо всем за просмотр. Да. Вот, мы надеемся, вам понравилось видео. И вы не уснули. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось видео, ставьте лайки, ставьте свои комментарии. Там кто-то стреляет, вступайте в группы ВКонтакте и Steam, подписывайтесь на канал на Twitch и GoodGame. С вами были Рыжик и Юнити. Да, всем спасибо, всем пока. Все свободны. Всем удачи, да. И пока-пока. Покеда.